Подготавливаю мотоцикл к путешествию. Решил помыть цепь. Поехала она 1000 километров. Еще, конечно, довольно чистая, но раз в путешествие отправляюсь, надо помыть, чтобы была чистая. Решил отказаться от топ-кейс главного кофра. Поеду с сумкой, потому что больше влазит и легче. Ну и, как всегда, кофры по бокам. И в этот раз еще поеду с такими вот сумками на дуги. Испытаю, как оно справа и слева тоже. Сумку на бак взял другую, водонепроницаемую. Она немного меньше, но для Норвегии водонепроницаемая самый раз. Сегодня 15 июня, 5:30 утра, и я отправляюсь в длинное путешествие. Все запаковал. Вот так смотрится мотоцикл. Готов к путешествию и приключениям. Спидометр у нас 11251 километр. Проехал уже больше 200 километров, сделал паузу небольшую. Подъехали группа мотоциклистов, все на Дукати. Вот оно, мое первое место, моя первая локация в Чехии. Называется Большая Америка. Так вот она смотрится. Прямо среди скал. Ехал мимо такого интересного, красивого города под названием, тоже интересным, называется Хренску. Вот, можете прочитать в Чехии. И вот так он, смотрите, как красиво пристал.
Тут лес погорел. Конкретно. Сегодня будет салат с помидоров и паприки и жареная картошка с луком и сосиски где-то я тоже покупал. И с вот такими сосисками все пожарится, приготовится и будет отлично вкусно. Доброе утро. Выспался. Ночь была отличная. Сейчас позавтракаю и поеду дальше. Такой вот у меня завтрак. Приготовил себе мюсли с орехами, финиками. Такой добротный завтрак. Сейчас хорошо поем, потому что обедать, скорее всего, снова не получится. Тут перекушу немного и все. Так что плотный завтрак и плотный ужин. Вот повесил палатку сушиться. Все еще спят. Покажу вам, где я был вчера и мои планы на сегодня. Итак. Вчера я проехал из дома по 6-му автобану и до Чехии. В Чехии я посетил вот это вот место, называется Большая Америка. Полетал там дроном. Это возле Праги находится. И потом поехал вверх, дальше. Посетил. Это место я не стал посещать, потому что времени мало было. Посетил вот это. Ну, прямо туда я не шел. Это Бемише Швайц называется. Туда пешком надо было много пилять. Я дроном взлетел, насколько это было возможно. И все. И потом еще сюда съездил. Так, подожди, это не то. Я ехал вот на... Так, я ехал к вот этому месту. Вот этому, там такой мост красивый. Это уже Германия. И туда, оказывается, доехать не так-то легко. Тут все закрыли для проезда. Только
местными, то там сделали пешеходную зону. Но я ехал и попал в этот город. Здесь очень красивый город, мне понравилось. Здесь я развернулся и уехал уже на кемпинг. Да, вот я на этом кемпинге. Здесь я нахожусь. Мои планы теперь поехать в Польшу, на север. Все, поедем. Спасибо этому месту. Хороший, тихий, спокойный, недорогой кемпинг. Немцы еще отдыхают. Классная машина. Все, поеду. Тут детям большая маленькая площадка есть. Футбол можно поиграть. Кемпинг очень огромный. Когда сразу въехал, думал, какой-то маленький там. Тут столики. Вообще тут надо было палатку поставить. Столики классно. Там озеро какое-то рядом. Сначала поеду, заправлюсь. Так, приехал в Польшу. Приехал я на следующую свою точку. Я уже нахожусь в Польше. Город Познан. И это концентрационный лагерь. Называется Форт 7. Вот там его вход. Пойдем посмотрим печальную историю Германии. Так вот, все вещи свои пристегнул. Куртку, чтобы не сперли, со шлемом. Это тоже пристегнуто. Даже сумку все пристегнул. Единственное, что шлепки, тапочки не пристегнуты. Ну ничего. Пойду посмотрю. Может, там немцы выходили, сказали, 6 злотых вроде бы стоит. Вот, посмотрим. Все, вот я внутри. Стоит, на кассе стоит 6 злотых, с меня взяли 5 злотых. Ну, еще дешевле. Он там заплатил, и вот тут вход. Концентрационслагерь. Да, вход, конечно, удручающий. Сюда входили, и почти потом никто не выходил. Очень мало кто возвращался. Здесь вот показывает историю, как это все было, чтобы можно было увидеть, как над людьми издевались. Дети даже. Вот изобразили статуями, как люди стояли у стены. И вот здесь вот они. Жили, спали. На нарах таких. Это, видимо, типа карцер. Вот так вот выглядела газовая камера. И слева имена погибших. Это была вон та газовая камера, а вот еще одна газовая камера. Вот со всеми именами.
Это Todos Cell 58, это камера смертников. Человеческие тела. Посмотрел печальный отрывок немецкой истории, немецкой Германии. Кстати, вещи, никто ничего не украл. Все на месте. Никому это все барахло не нужно. Поеду дальше. Я уже приехал на кемпинг. Разложился, палатку он поставил. Даже постирался немного. Вот такое вот место. Сегодня, я считаю, все время ехал. Только одно место посетил. В музей я не поехал, потому что в центре города был, там пробка, еще и стройка, поэтому решил сразу на кемпинг поехать. Вот такой вот маленький хороший кемпинг. Стоит 8 евро. Возле города Поздно. Там классные, можно гриль делать. Смотрите, сейчас покажу вам, какой круто он сделан. Классное место. Смотрите, как классно сделал. Тут вон дрова. Тут можно грилить. Такая под стиль типа викингов. Вон детям всякие игрушки. Прикольно, очень классно. И тут еще можно на улице потом отдыхать, гулять. Там ванная. Там у нас душ, туалет. Ну так все по-простому сделано. Ну вот такое вот местечко. Там, видимо, еще можно домик снять. Тут тоже он грильница. Классное место. И недорого. Тут еще покажу вам. Рыбки плавают. Вот, смотрите. О, сразу подплывает. Так что приготовлю ужин и буду собираться спать. Завтра в дорогу дальше на север. Доброе утро. Хорошо здесь птички поют. Тихо. Выспался я. Ну, правда, просыпался где-то в час или в два ночи. Пару раз. Потому что тут приехала толпа детей.
Они сильно не шумели, просто ходили здесь, разговаривали, а так как тут щебенка слышно, когда ходит. Ну ничего, проснулся и сразу уснул практически. А сейчас зато тихо-тихо, утром все еще спят. Они там заселили детей в тех домиках, там два домика. Остановился на кемпинге у Бауэра. Ко мне тут пристала кошечка. Наверное, кушать хочет, покормить. Бери. Ну, какая голодная. Кушай, кушай. Приехал я на кемпинг. Слушайте. Тут что-то происходит. Праздник или что? Покажу вам, как я устроился. Это кемпинг у фермера. Стоит 6 евро такая штука. Можно вон костерчик разжечь. Мод сразу загнал двор. Там въезд. Сюда в двор заезжаешь, и ты сам по себе. Поставил палатку под навесом, потому что дождь шел. И ночью, может, тоже будет. Я тут один, никого нету. Очень классно уже. Вон столики здесь. Чайник. Розетку. Кстати, можно зарядиться. Вот так вот. Завтра уже поеду в Литву. Въеду. Я сейчас, кстати, на границе Литвы, России и Польши. Нахожусь я в Польше, этот кемпинг. Называется кемпинг у Мани. Я ее покормил. А она пришла еще с каким-то другом. И стащили со стола колбасу. Друг убежал, а эта сидит спокойно. Жует мою колбасу. Вот хитрая. Смотрите, как вкусно ест. Че, вкусно, да? А ничего, что я без колбасы остался? Я тебе половину своей порции отдал, а ты всю стащила с другом. Ну какая ты хитрая. Ну что с тобой делать? Больше нету. Еще ищет колбасу. Ну вот, остался без колбасы. Ну ладно, переживу. Главное, коты сыты теперь. Так, у меня проблема, смотрите. Вот эта штука осталась у меня в руке. А эту сумку теперь снять я не могу. То есть заправиться я тоже не могу. Будем сейчас разбирать. Вот тут сейчас все разрезал. И здесь, походу, видите, надо откручивать. Посмотрим. Я еще сам не знаю. Надо будет разбираться. Вот и инструменты пригодились, что я взял. Вот. Что там, шестигранник, наверное. Сейчас посмотрим. Буду делать. Фермер принес мне инструменты. Я взял инструменты, именно то, что надо, у меня нету. Вот таких вот звездочек нет.
Ну классно, сейчас буду ремонтировать. Уже тут начал откручивать. План такой. Открутить вот эти вот крепления все. И потом я смогу снять эту наконец-то сумку. И потом разобраться уже что-то. Все в дороге решаемо, все можно сделать. Главное, нужно инструмент иметь. Так, выкрутил эту сумку, открутил. Сейчас тут смотрите, здесь вот задеваешь вот и все. В принципе, сейчас даже шнур могу вставить, и оно откроется. Завязал теперь вот так на узел, чтобы уже не выпал этот шнур. Ну ничего, если выпадет, проблему решать знаем как. Не беда. Главное с собой взять звездочку. Т20 надо. Т20. Все, сделал. Теперь можно спокойно сумку снимать, то есть и заправляться. Да, выглядит теперь, конечно, не очень презентабельно. Но ничего. Пойдет и так. Так, колбасы у меня нету. Молока тебе дам. Бери. Ну что ты делаешь-то, а? Кушай, кушай, воровка. Или вот, кто-то там, мальчик, девочка. Тебе добавки дать? Сейчас дам добавки тебе. Так, отойди, я тебе добавки дам. Отойди. Так, а ну, о, пей. Кот от меня не отстает, пристает все утро. Вчера весь вечер тоже приставал. Вот так вот выглядит у меня перекачка информации данных видео со шпайхер-карты на SSD. Диск, жесткий диск. Вот так вот, с помощью телефона. Очень просто и удобно. Вот такие вот дела. Все, спасибо этому месту. Хороший такой небольшой кемпинг у этого фермера. Палатку мог здесь поставить, под навес. Вообще классно, потому что ночью дождь был. Все, поедем дальше. Видимо, его дом. Я приехал в город Палагна, жду своих попутчиков Вилли из Берлина и Игоря из Риги. Договорились здесь встретиться на этом парке. Ты знаешь, под крышку голову закрыл, накинулся, как ингаляция такая, подышал так. Полазим. О, хорошо. Теплая такая вода. Тепленькая пошла. Теплая, горячая должна быть. Ух ты, блин. Тебе нагрелось, нет? Да. Класс. А мы еще остыли. Опа, да. Здесь. Все. Все, прыгаем. Давай. Раз, два, три. Раз, два, три.
Такие. А это, а это палатка твоя, да? Да. Палатка. Да. Вот это все влазит вот на этот мотоцикл и путешествуешь, да? Вот это да. Да. Не, ну молодец, Маша. Классно, классно. Все, закрепил свой мотоцикл. Теперь сейчас поднимемся наверх. Плыть нам 2 часа. Вот Игорь мотоцикл стоит. Оу, оу, аккуратно. Контент есть, а? Контент сделан. А, тут это, что-то, да? Глубоко. Сейчас я помогу. Мы с Игорем выбираем место. Я здесь сейчас посмотрел, а Игорь там кемпинг, да, посмотрел? Какой там кемпинг? Кемпинг мне понравился. Он на таком, как изгибе реки находится.